Здравствуйте, дамы и господа. Сегодня снимаем видеообзор эксклюзивной книги «Юбилей дедушки». На этот раз обложку сделали пухленькой, если вот так вот пощупать. Она мягкая, продавливается, вот можно видеть. С обратной стороны. И открываем книгу. Поздравительная надпись от всех родных, которые участвовали в книге. В день 80-летия поздравляют. Далее содержание. Книга выполнена в виде поздравлений от каждого, кто решил поучаствовать. В основном это все родственники. И поздравление от каждого оформлено в виде одной главы. Ну, каждая глава. Можно посмотреть. Вот, берем одну, находим страничку. И открываем это поздравление. Ну, это будет делать дедушка. Мы просто посмотрим. Первые поздравляльщики написали свой текст, приложили фотографии от себя. Наша задача показать, какие варианты оформления поздравительных книг бывают. То есть вот это очень распространенный подход, когда идет текст, фотографии и какие-то элементы оформления. Вы свою книгу можете точно так же оформлять, собрать всех желающих, кто хочет поучаствовать. Пусть каждый напишет сколько угодно строк, можно одну, можно вообще никаких строк не писать, просто дать фотки, а можно целую главу хоть на 20 листов написать, и будет также оформлено в книгу. И очень здорово получается, когда читаешь эти поздравления. Вот смотрите, например, внук что сделал? От руки написал в тетрадке. Это отсканировали и вырезкой вставили. Вот, многие фотографии здесь были бумажные, отсканированные, поэтому качество у них, конечно, размытое, потому что очень давно фотографии снимались. Это старенькие фото. Ну, естественно, еще плюс потеря качества идет при сканировании, то есть видно, что изначально фото было снято, там тогда еще мыльницы были. Это вообще старенькие фотографии. Но даже эти фото мы отсканировали, отретушировали максимально, цветокоррекцию сделали и вставили в книгу. В конце книги по традиции выносятся разлинованные листы, чтобы кто пожелает еще написать поздравление от себя, от своего имени или от семьи, мог это сделать. Вот. Так получается такая теплая семейная подарочная книга. Вот так поздравляет семья с юбилеем своего дедушку. Заказать такие книги можно на сайте www.vasha-сказка.рф. Спасибо за внимание.